Всем привет, друзья! Солнышко и постепенно оголяющиеся ножки на улицах дают нам понять, что лето совсем скоро. А вы уверены, что вы готовы к пляжному сезону? Нет, возможно. А может быть, вы в поиске новых упражнений для себя? 13 мая на своей страничке в Instagram я запускаю первый и самый эффективный марафон Smart Marathon. Отличие нашего марафона от множества существующих в первое – это то, что он абсолютно бесплатный. Никаких сборов призовых фондов. Главный приз – это, конечно же, ваши результаты, море полезной информации и, конечно же, возможность выиграть такой крутой фитнес-браслет Sony Smart Band 2. Каждая тренировка – это вызов для вас, для вашей выносливости, постепенное усложнение комплекса. Подробное объяснение техники выполнения каждого упражнения, и в каждой тренировке мы будем с вами узнавать различные нюансы не только в тренировках, но и в питании. Все, что мне потребуется для моих тренировок – это мой портативный дневник Sony Smart Band 2, который поможет мне отслеживать всю мою статистику моих тренировок. Но даже если у вас нет браслета, ничего страшного, пишите ваши отзывы о каждой тренировке, делайте свои потные селфи и отмечайте ваши фотографии или видео хэштегом SmartMarathon, чтобы я знала самых активных участников нашего марафона. Так что я надеюсь, я вас заинтересовала, и вы достаете свои пыльные кроссовки и выходите на улицу, чтобы тренироваться вместе со мной. И не забудьте, что наш марафон начинается 13 мая на моей страничке в Instagram, так что заходите каждый понедельник, среду и пятницу в 9 часов утра по Москве, и вас там ждет новая тренировочка и множество советов. Обязательно ставьте жирный плюсик, если вы участвуете, я очень на вас надеюсь. Ну, а мы переходим к видео. Всем привет, ребята! Ну что, наконец-то я тут с новой тренировкой к вам пожаловала. И сегодня я хочу вам показать очень классные упражнения, которые можно делать на свежем воздухе. Как вы поняли, я наконец-то выбралась из четырех стен и решила, пора бы что-то снять вам на улице, потому что тепленько стало. Я тоже советую вам, давайте выбирайтесь уже с этих тренажерных залов потных. И пока у нас тут солнечно и тепленько, давайте заниматься вместе со мной в парке. В общем, как вы видите, я сижу сейчас на ступеньках, и я уже очень давно хотела вам снять различные упражнения, которые можно делать на лестнице, на каких-то ступеньках. Это действительно очень классные энергичные упражнения, которые можно сделать, не имея какого-то инвентаря, просто вы и различные ступеньки. Это кардиоупражнения, которые вам помогут запустить процессы жиросжигания. Я очень советую эти упражнения выполнять, когда вы, допустим, делаете такую легкую пробежку в парке, немножко остановились, сделали пару упражнений, побежали дальше, то есть, чтобы сделать какую-то встряску своему организму. Так что давайте я вам покажу свои самые любимые упражнения. Я надеюсь, они вам понравятся. Поехали!
Ну что ж, вот такие вот упражнения. Я надеюсь, они вам понравились так же, как и мне. Обязательно их пробуйте и пишите в комментариях, какое упражнение вам понравилось больше всего. И теперь я жду ваши запросы в комментариях, что вы хотите увидеть, что вы хотите задействовать в следующих тренировках, потому что я стараюсь перебираться на улицу и снимать вам видео на свежем воздухе все больше и чаще. Так что пишите все это в комментариях. Ну, а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем удачи и пока-пока!